пора отключить Хойту телефон. Привет, сэр. Ты должен взорвать спутниковую антенну, чтобы лишить наемников связи. Пройдешь через подземный бункер. Не пытайся взорвать ее из РПГ. Только дырок наделаешь. Поставь набор С4. Это единственный вариант. И оставь немного С4 для стальной двери, запирающей вход в бункер, я? Закрытая территория. Мне здесь быть нельзя, так что униформа не поможет. Двери сделаны из стали, но есть взрывчатка. Oh!
большая штука. Надеюсь, С4 хватит. Мы поймаем тебя, дай нам лишь время. Абонент Хойт недоступен. Сэм, готово. С4 на месте. Ты где? Кавалерия уже на подходе, мой друг. Защищай взрывчатку, пока я не прорвусь к тебе, и все будет чики-чики. Срать, господня! Помоги себе! Дай! Большая штука. Надеюсь, С4 хватит. Абонент Хойт недоступен. Сэм, готово. С4 на месте. Ты где? К
кавалерия уже на подходе, мой друг. Защищай взрывчатку, пока я не прорвусь к тебе, и все будет чики-чики. Мой! Он мне пророк! Он в укрытии! У тебя нет шанса! Ни единого! Я ранен! Бля! С тобой в самолете. Я справлюсь. Встречай меня у склада горючего. Мы там повеселимся. Ну все. Трай! Пошел! Прыгай! Джейсон! Деннис! Я нашел брата! Он жив! А что Хойт? Я собираюсь его убить. У него мой брат. Райли нужна моя помощь. Джейсон, ты воин Ракет. Отпусти прошлое. Семейные узы. Ослабляй. Он мой брат! Запомни. Теперь мы семья. Все необходимое? Сувениры. Мне так давно хотелось оживить это место, как говорят у нас в Америке. Сэм, ты американец? Я. Мой отец был морским котиком. Я родился, когда отряд был размещен в Техасе, а потом его перевели в Германию. А, дядя Сэм. Я понял. Ага. Отец-основатель, я думаю. Будешь с этим разбираться? Забудь. Давай украсим наш торт свечами. П-50.
Поезжай к нефтехранилищу. Я встану за пулемет. Блицкриг! Стреляй по колесам! Жизни. Приготовь следующую бомбу. Здесь слишком много резервуаров! У тебя не один...
Когда веселишься, время бежит. Еще один. Веселишься, время бежит. Еще один. Я иду внутрь. Америка, в рот вас! А теперь закончим дело. Убьем Хойта за покером. Давай, краба. Встретимся у дома Хойта.
Ха, Хойт теперь набирает красавчиков. Узкая жопка лучше разработанной. Что, друг мой, готов к делу? Или нужно подождать? Ведь когда мы начнем, пути назад не будет. Я спрятал нож в ботинке. Отвлеки его, когда я скажу «сдавай». Да, понял. А, привет, парни. Входите, присаживайтесь. Пятикарточный холдем вас устроит? А? Могу я вам что-нибудь предложить? Хотите поесть? Орешков? Нет. Забавная игра, покер. Спросите о ней на улице, и вам скажут, что все зависит от везения. Но Сэм скажет, что главное — это блеф. Да, Сэм? Я. Я. Но это не так. Главное — заставить игрока играть до разорения. Райс. Я. Кол. Добавим интриги. Отвечу. Я отвечаю. Я пропущу. Чек. Оставлю. Дальше. Чек. Я поднимаю. Я. Отвечу. Надо же. У нас одинаковая карта. Давай поднимем ставки. Не возражаешь? Фостер? Джейсон Броди? Или как там тебя еще? Уже не помню. Ты считаешь меня идиотом? Продолжим игру. Сдающий слева, так? Думаю, он пропускает сдачу. Так. Я видел, как ты встретился с Райли. Я чуть не расплакался. А меня нелегко разжалобить. Признаюсь, я тебя недооценил. Ты пытал собственного брата и уничтожил половину моей компании. Но пусть фишки лягут, как им положено. Я тебя прощаю. Итак, назови свою цену. Все имеют цену. Вы куклы, а мы дергаем за нитки. Так работает вся система. В жопу систему! Знаешь что, Джейс, я здесь.
сделаю тебе поблажку, как человеку семейному. По пальцу за проигрыш. Думаю, я начну с безымянного. От этого удовольствия. Увы, это так. Нож можно держать и 9 пальцами. Это часы для твоего рождения. Ну давай, старик. Пошел ты! Я не получаю от этого удовольствия. Увы, это так. Нож можно держать и 9 пальцами. Я научился этому до твоего рождения. Ну давай, старик! Ты разочаровал меня, Джейсон. Ты не навестил своего маленького брата Райли. Где он? Не волнуйся, я продал его одному типу из Йемена. Он любит молодых. Я убью тебя! У меня влиятельные друзья, они найдут тебя. От тебя ничего не останется! Ты не можешь выиграть! Все карты у меня! Так чего же ты боишься, а? На аэродроме. Не боишься опоздать на рейс? Я отложу вылет. Ah!
Алло? Дэвид, ты где? Они все собирают, я не знаю куда. Помоги. Что? Я тебя не слышу! Иди сюда как можно быстрее. Что за хрень? Аэропорт уже близко. Будь там, Райли. Черт. Вот еще не хватало. Нужно бежать отсюда! За мной! Я уж думал, что не увидишь тебя! Мы в разы сильнее тебя! Вертолет водишь? Нет! У тебя же есть права! Да, но на самолет! Значит, учись сейчас! Что? О, черт!
самолет водишь? Нет! У тебя же есть права! Да, но на самолет! Значит, учись сейчас! Что? О, черт! Я хорошо учился. Удерживай этот курс! Остальные уже ждут нас! Хорошо, хорошо, я смогу, смогу. Да, ладно. О, это круто!
Подожди здесь. Что тут? Лиза! Дейзи! Черт! Где они? Где мои друзья? Я не смог остановить лесных воинов. Прости. Они забрали твоих друзей в храм. В храм. Райли, нам надо идти сейчас! Где все, черт возьми? Цитра, что с моими друзьями? Я рада, что ты вернулся с победой. Эй! Куда ты уводишь его? Я помогаю тебе. Взгляни на себя. Большой, сильный, могучий. Зачем тебе становиться тем, кем ты был? Сейчас ты совершенен. Это моя вина. Я дала тебе уйти с этой ношей. Путь освободил тебя, но очищение не завершилось. Не понимаю. Я люблю тебя, Джейс. Но ты не даешь мне отдать всю любовь. Я знаю, как это тяжело. Мне больно смотреть, как ты страдаешь. Цитра! Я лишь хочу помочь тебе. Любить тебя таким, какой ты есть. Боготворить того, кем ты стал. Скоро все закончится. Я отведу тебя на алтарь. И ты освободишься от прошлого. И тогда... Я твоя? Цитра! Иди по пути воли. Лишь сильнейший выжил. Сракья, ты могуч, как и те, кто был до тебя. Наши забирают людей, но не возвращают. Лиза? Какой ты воин! Волю ты выстрелил вазу в спину! Сильный воин, ты заслуживаешь последнее татау. Все они падут к твоим ногам.
И ты таскаешь все это оружие. И у тебя все эти жуткие тату. Ну, ты смешно. Только потому, что у тебя тату на руке. Я схожу их, Джейсон. Я твоя. Мы все твои. Это твой. Ты живешь в мире фантазий. Я все это сотру. Все это. Дойди до конца. Иначе все, чего добился, все татау, все, что сделал на острове, будет стерто. Ты уже готов, воин. Вот твой клинок. Воином и героем. Твои друзья разъедутся. У них будут дети. Скучная жизнь. Останься. Джунгли навсегда станут твоими. Ты всегда будешь королем. Если их не будет, тебе не придется уходить. С насилием покончено. Все. Хватит крови. Джейсон, посмотри на меня. Будь со мной! Они тебе не нужны! Твоя сила в тебе самом! Джейсон, я люблю тебя! Джейсон, что ты делаешь? Цитра спасла меня! Спасла всех нас! И ты отвергаешь ее любовь? Я люблю тебя. Не бросай меня. Мне жаль. Пожалуйста, не бросай меня, Цитра! Цитра, прости меня! Цитра, пожалуйста, нет! Не бросай меня! Убил столько людей, что потерял счет. Я не могу забыть об этом. Я монстр. Я чувствую гнев внутри себя. Но я спокоен. Где-то внутри меня есть что-то. Что-то лучшее.